В школе номер 7 Якутска приостановлены занятия из-за аварии на линии электропередач. Об этом Ньюс ЮКТ заявили в образовательном учреждении. В световой день учатся только старшие классы с 9 по 11, и у них по 4 урока. Для всех остальных занятия отменены, сообщили в учреждении. Школа оказалась обесточена еще 8 декабря. По предварительным данным, поврежден подземный электрокабель. Сотрудники Якутскэнерго пока не могут обнаружить место разрыва. Работы продолжаются. Хотелось пояснить, что данная кабельная линия на балансе компании ПАО «Якутскэнерго» не состоит, а также отсутствует договор на техническое обслуживание данной кабельной линии. Но тем не менее, центральные электрические сети отправили электротехническую лабораторию для определения места повреждения кабельной линии. Сейчас ведется разработка грунта службами городского хозяйства. Как только работы будут завершены, центральные электрические сети приступят к ремонтным работам на данной кабельной линии.